Эта песня не про них. С настроением в культурно-досуговом центре все в порядке. Праздник для детей, замещающих семей, здесь проходит не впервые. Это уже добрая традиция. Все эти мероприятия дают нам возможность сплотить ребенка и родителя, сплотить детское сообщество, сплотить взрослое сообщество, поскольку я являюсь руководителем органа опеки и попечительства, и большое количество замещающих семей, оно действительно большое. Многие семьи друг с другом не знакомы, и эти мероприятия дают возможность им познакомиться. Познакомиться, чтобы подружиться. Для любых семей важна поддержка, а для замещающих – вдвойне. Перед концертом – танцевальная разминка под чутким руководством аниматоров. Для тех, кто танцам предпочитает творчество, провели мастер-классы. Сегодня будет точно, я знаю, много добра, много подарков. И праздник. Такие праздники – еще одна возможность напомнить замещающим семьям, что они не одни. Среди гостей немало детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь они – полноценные участники программы. Для этого в Одинцовском округе делается немало. Есть и инклюзивное образование, инклюзивная медицина. Создается там доступная среда, да, чтобы можно было с колясочками, с детьми, с инвалидами попасть в какие-то учреждения, заведения, магазины даже. Поэтому этот процесс, на самом деле, улучшения бесконечно, но это делается. До Нового года еще полтора месяца, а на праздники в КДЦ «Молодежный» уже дарят подарки. И это не только хорошее настроение. Евгения Августина, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».